Мороженое и розы. Что это такое? Залезла опять, как всегда. Я нашла свое место в жизни. Это место на качельке. Все, мне уже окей. Здесь очень мило, очень мило. Такой белый шатер. Мне здесь нравится. Рай для мальчиков. О, я хочу такую щетку. А зачем мне такая щетка? Она очень прикольная. Она такая милая. Все, у нас есть. Мы приехали в славный город Хулон. Строительный магазин. Сейчас все покажу. В Тель-Авиве подобные магазины закрыты в шаббат, поэтому мы здесь. А что это, какая-то промзана? Ну, какая скамеечка милая. Садовая. Как здесь тихо и мило. Пойду погуляю, краски посмотрим. Я обожаю строительные магазины. Мне они даже больше нравятся, чем ювелирные. О, нашли светильник. Сейчас будем смотреть. Салон? Угу. Вместо того, чтобы вот эта огромная люстра, она свисает, а потолки так низкие. Вот такого размера будет нормально, что-то круглое. Ну, в общем, здесь мило. Нам надо найти кое-что для квартиры, которую мы ремонтируем в Ашдоде. Мне нравится матовый. Мы ищем кран. И костюльки мне не видно. Вот такие, как у ведьмы, должны быть. Кругленькие, пузатенькие. Ручки синие. Крышечка приятненькая. Одна в другой. Второй. Хамат. Еще других? Ну, хамат, да. Ищем хамат. Будем искать с перламутровыми пуговицами. Пока не найдем. Нам сказали, хамат хорош. Будет хамат. Хорошо. О, какие свечки прикольные. Большие. Огромные свечки. Каждый раз, когда я говорю, ничего здесь нет интересного, мне сразу что-то нравится. Парадокс. Сейчас мы идем искать такой крючок. Подвесить. Там, где мы плафон перевесим, рядом с входом, мы перемещаем светильник. Надо его на что-то подвесить. Некое такое Г-образное. Все для сада. Какая прикольная палаточка. Здесь очень мило. Очень мило. Такой белый шатер. Не знаю. Я нашла свое место в жизни. Это место на качельке. Все. Мне уже окей. Ой. Надо какую-нибудь качель найти нормальную способ. Давно не качалась на качелях. Пора. Залезла опять. Как всегда. Ну, в общем, здесь миленько. Все, как я люблю. Какая милая штука. Я вот свой ту хочу. И вот это тоже. Тоже так миленько. Садовая мебель. Здесь мне нравится, что можно поставить стакан, например, и выпить. Очень круто. Раскладывается. Очень мило. Мы ищем крючок и насадку на кран. Мы пока не нашли много всего, но не то, что нам надо. Люблю всякие деревяшки. Где-то здесь они должны быть уже. Есть. Мы нашли уголки. Я думаю, какой-то большой черный. Я бы даже больше взяла. Ну вот, в принципе, это самый большой, да? Нет, больше. Ну супер, пусть этот будет. Сравни, пожалуйста. Да, солнышко, он чуть-чуть длиннее, видишь? Вот так, сюда покажи, чтобы видно было. Вот этот, по-моему, даже лучше. Он компактный. Вот этот интереснее смотрится. Вот этот берем, да. Хорошо. Все, у нас есть победитель. Вот он, победитель. Его берем. Поехали. И это будет сочетаться с тем, что есть на зеркале. Тоже есть завитушки, они тоже черные. Тоже плоская лента железная. Все. Ну, хоть что-то мы нашли. Супер. Мальчуковые насадки, кстати. Мальчуковые насадки. Это рай для мальчиков, Женя сказал.
Ну да. Ванчуковые носатки плохо звучит. Почему? А что тебе здесь больше всего нравится? Расскажи. Это рай для мальчиков? Ну расскажи, что? Что? Знаешь, что тебе сердце твое тревожит? Эстетика коробочек. Как все сложено. Так. Прикол в том, что как только ты начинаешь это вытаскивать, оно потом назад хреново засовывается и начинается. А какая коробочка тебе нравится? Что тебе нравится? Ну, тут всякие стенды, они прикольные все. Это хорошее качество. Ну, я ничего не понимаю, он сейчас по-китайски говорит, но хорошее качество, хорошо. Прикольные буры. Буры? Я вообще не понимаю, например, нахрена оно мне надо, но мне это нравится. Надо брать. Не надо, у папы кнопка есть. Ну, пойдем. Рай для мальчиков. Я тут нашла очень крутую штуку, а Женька нашел к ней палку. И мы помоем балкон со второй стороны, до которой не добраться. Телескопическая. Нашла очень крутую щетку. Вот такую. Просто чтобы видно было размер щетки. Какая-то очень крутая. Здесь она, наверное, загибается. Классная. Она мягкая? Ну, нет, она здесь мягкая. А здесь я не пойму. Вот здесь вот можно нажать, но с ней ничего не происходит. Она разбирается. Можно попробовать? На, держи. Давай мне зеленая. И тут много чего. Да, держу. Повесь мне на палец вот сюда. Все. Нет, батарейки не держатся. Я тебе даже больше скажу, что это такое. Что это такое? Сюда подсоединяется шланг. Шланг. Ой, я хочу такую щетку. А зачем мне такая щетка? Она очень прикольная. Она такая милая. Выключаем. Не, ну она мыть что-то. Что нам мыть этой щеткой? Солнышко, не знаю, что сюда подсоединить. Но для тела она не подходит. Она как будто огромная зубная щетка. Попробуй зубы почистить. Скажи. Она очень прикольная. Но она нам нафиг не нужна. Вот это включать воду. Ага. Сюда подсоединяешь. Я поняла. Шланг. Вот это включаешь воду. Она мне не нужна, но она очень мне нравится. Она еще синего цвета такого красивого. Фантастика. Ну все, пусть остается здесь. Мне не надо ничего, я не собираюсь ничего вот так вот тереть. Я думаю, это для машины. Да, забирай. Когда сам машину моешь? Ну да. Но это не наш случай, в принципе. Вообще не наш. Прощай, зубная щетка большая для великанов. Она потрясающая. Очень смешная. Все, уходим, а то мы сейчас еще что-нибудь здесь купим. Пойдем уже домой, все. Хватит. Поедем есть мороженое. Я думаю, что я хочу соленую карамель. Или фисташковую. Если бы у меня был сад, я бы хотела такую садовую скамейку. Одну из. Это миленькая. Как и те, что были внутри. Мне понравилось. Я хочу сад или крышу. А видишь? Мороженое. Пирожные. Поехали. Мы передумали есть мороженое и пошли в наш любимый итальянский ресторан есть пасту. Парадокс.